Hello, Nina, and welcome to Prague. Спасибо. Иван Васильев, welcome to Prague. Thank you. Can you tell us, what will you perform for us tonight? Сегодня я и мой партнер Иван Васильев будем танцевать адажио из балета «Спартак» постановки Юрия Николаевича Григоровича. И ПДД из балета «Корсар». How do you feel by dancing these two pieces? Например, вот в адажио Спартака моя героиня Фригия. Мне очень нравится тем, что она, ее образ лиричен, и она очень романтична. Ее героиня сильная. Она очень любит своего героя, своего Спартака. И мне кажется, этот номер должен быть очень интересен зрителям, потому что он очень хорошо поставлен драматически и хореографически очень музыкально. А ПДД из «Корсара» очень яркая ПДД. И технически сложная и красивая, светлая, такой радостная, в общем, приятная для просмотра. What do you think about Prague? Ну, очень хорошо себя чувствую здесь, на этом гала-концерте, потому что очень много моих знакомых здесь, и очень хорошая обстановка, и сцена хорошая, и вообще надеюсь, что все будет очень хорошо. Thank you very much, and looking forward to seeing you. Thank you so much. Спасибо.